Дальше. Про дядю Ваню. Да, кстати, вот тот самый случай как раз. Валерий Константинович, я получил письмо свеженькое. Не обращайте внимания, пообщался с ним. Вывод. Он же только и ждет, когда, чтобы вы начали перепалку. Это для него пиар за ваш счет. И тем больше он вреда он нанесет другим садоводам. Во-первых, не все так однозначно. Дядя Ваня мужик непростой. Вот. Но с другой стороны, как получается? Я ему очень благодарен. Благодаря ему пришлось поднять. Я подготовился, вы видели в моих последних 2-3 вебинарах. И сегодня еще увидите, да? Потому что ко мне стекается информация отовсюду. Не только от дяди Вани. Вот. И получается так, что я ему благодарен за то, что он это сделал 2 фильма, один из них совершенно, ну как бы, один эмоциональный, ладно, ему прощаю там эту истерику, а второй фильм, он чисто научный, и он сделал его так, чтобы у людей, как и у него, ничего не росло. Вот. Но благодаря этому фильму, там несколько сотен просмотров, сторона даже не заметит, но, и удалось поднять, вытащить на свет Божий эту. А теперь везде и всюду начались эти самые. Кто прав, кто виноват, правильно? Он же тоже имеет за своей спиной опыт тех, кто его научил. Но об этом ниже. Вот. Причем больше вспоминать не буду. Все. Потому что иначе дальше будет права вот это. Тем больше, если дальше продолжать полемику, тем больше вреда нанесет другим садоводам. Поняли, да? Вот. Так что это самое. Кино не будет, дядя Ваня. Он требует публичного этого самого. Ну, правда.